Амарманде, дорогие друзья, в прошлый раз в нашей рубрике «Шажене Бурят и Гунут» о религии на бурятском мы говорили о том, что мы делаем в Дацане, когда мы приходим, как мы совершаем горо, вращаем барабаны и затем приходим в Дуган молиться. Сегодня мы поговорим о том, какие бывают дуганы и какие хуралы. Мой собеседник, ректор буддийского университета Дымбрыл Бакша Дашибалданов. Дымбрыл Бакша, мы совершаем горо и заходим в дуганы. И первый дуган – это мани-дуган. Почему он так называется? Ну, мани-дуган назван в честь того, что в этом дугане проводится каждый месяц в числах 14-15 дней по-лунному проводится мани-хурл. Мани – это мантра, да? Ну, мани – слово, просто мантра. А так сам вот этот хурал, или же затворничество его лучше, наверное, назвать, он идет 3 дня, и в этом дугане каждый месяц проводится вот это затворничество. Нюне хурал, некоторые говорят мани духуха, сидеть на мани. И мани дорлсха – это участвовать в этом ритуале. Таким образом. Это посвящено Бодхисаттве милосердия, сострадания Авалокитешваре, или, как мы говорим, Арьявала. Арьявалы мани. Арьявалы мани. Мы записываем нашу программу в следующем дугане. Это дуган зеленой тары, Нагундарайха. Нагундарихин дугун. Здесь у нас в основном молитвы или же хуралы связаны с Нагундарих. Нагундарихин мактал, еще мы так называем мактал, это восхваление. Здесь каждый день в обязательном порядке прочитываются макталы зеленой тары. И получается Нагундарихин мактал уншукдана. И вот таким образом здесь мантры зеленой тары, Нагундарихин тарнитологдана. Ногондарихин макталом учутана, ногондарихин да зальварна, молится зеленой таре. Следующий дуган – это дуган, который называется Сахьюсан, и он посвящен защитникам Дацана. Если в Волгинском Дацане расположение идет следующим Сахьюсан дуган. Сахьюсан – это хранитель, дуган – это храм. Поэтому Сахьюсан дуган вот так называется. Сахиха – слово «охранять». Или же хранить, охранять – сахиха. И поэтому Сахьюсан – охраняющий или же оберегающий. Поэтому Сахьюсан – дуган. Мы называем их сахьюсанами, так как они охраняют нас. В Волгинском Дацане 2 сахьюсана. Хама сахьюсан и Жамсарын сахьюсан. И если вот переходить дальше, то в том расписании, которое на каждый месяц в Волгинском Дацане и в других также Дацанах есть, то во вторые лунные сутки как раз именно в сахьюсан дугане читается большой хурал, который посвящен сахьюсанам, харзе. Харзе хурха, харзе хурл. Он посвящен именно этим двум главным хранителям и Волгинского Дацана, Лхамо и Жамсарын. И Лхарзе Хурул подразумевает, что делает им отдельные подношения. Лхарзе – это делает подношения. Подношения отдельные именно хранителям, чтобы они в благодарность то, что они охраняют, и в будущем, чтобы они неустанно охраняли дальше. Такое подношение совершается на вторые лунные сутки, и хурал называется харзе. А также существует календарь, все по лунным суткам в буддизме идет, и на восьмые лунные сутки в Сакчен-дугане, уже в главном храме, читается большой хурал, посвященный Будде медицины, Аташо-хурал. Аташо-хурал проходит у нас 8 числа по лунному календарю Шинин Нейманде. Новый 8-й день, да? Так правильно перевести? Шины. Не день, может быть, луна, наверное, лучше. Шинин Нейма – это новая луна. И
Харзе хорл, если у нас проходит шинын хойерте, ну, шины это новые, хойерте, хойер это два, хойерте, это имеется в виду второго. И поэтому шинын хойерте, харзе хорл, хоргтене. Шинын нэмэнде, отошу хорл, хоргтене. Ну, здесь получается, что у кого есть проблемы со здоровьем, или же чтобы здоровье было крепким, приходят люди на молебен, который называется отоши. А шинын арван таван? Шинын арван таван, это у нас 15-е лунные сутки. И на 15-е лунные сутки шинын арван таванды ламчик нимбо хорул хоруктаны. И он посвящен больше учителям. Но основной хурал направлен на восхваление или же молитвы, связанные с дзанхабой, ну, джедзанхабой, а также ряд уншулага или же молитв посвящены своим учителям. И поэтому здесь на 15-е лунные сутки у нас проходит хурал ламчик нимбо. А следующий большой хурал в Валгинском Дацане – это Арванхангал, 10 защитников, и он проводится в 29-й лунные сутки. Тема Хори Югунде, Хори Югунде Арванхангал, ну, числительное Арва, так как основные хранители, которые здесь у нас почитаются, то их 10. И из этого числа Арван Хангал. Хангаха, это имеется в виду также делать обширные подношения. Хангаха, Хангаха. И Арван Сахюсанды, 10 Сахюсанам или хранителям делаем подношения. Ну, обширные Хангал. И мы с вами говорили, когда о Дугане Зеленой Тары, мы сказали, что читается специальный Мактар, молебен, посвященный зеленой таре. И вот в 30-е лунные сутки в Большом храме, в Сакчендугане, читается четырехкратное подношение мандал в зеленой таре. Или называется мандалшива. Мандалшива, да. Мандалшива хурал направлен на зеленой таре. И мандалшива хурлда орлсоп. Мандалшива хурлда ургул ургоп. Или же мандалшивы хурулды даллага баб. Ну, даллага абаха, призывание благополучия, обряд называется, да, даллага абаха. Ну, брать абаха, даллага, имеется в виду такое призывание благополучия, удачи и длинной жизни, производится на что-либо. И это что-либо может послужить блюдо. Ну, на блюдце, или же на тарелке, или на что-либо, люди складывают специальным образом подношение в виде еды. Такой пирамидкой. Да, пирамидкой еды, еду, и тем самым на это все собрание призывает благополучие. И поэтому мы говорим «хурлды орлсот даллага абаб». Ну, «даллага абад яба». Ну, ушел. Да-да-да. Да, призвал глубокополучие, и вот с этой пищей, ну, обычно это белая пища, пошел уже да. дальше. И также мы в конце завершения хурала, обычно здесь у нас проводится ритуал или же действие, как сыржим ургаха. Сыржим ургаха, дэжи ургаха, ну, идейный дэжи ургаха, это там первое от того, что с еды мы делаем подношение, и тем самым, ну, мы называем его сыржим ургаха, значит, поднимать, на самом деле. Юма ургаха, что-то поднять. А здесь мы говорим, что ввысь делаем подношение, ну, ну, мы говорим, разбрызгиваем, да, вот как-то так, но... Разбрызгивать — это сасха. А мы даже эти урган... действия мы все равно совершаем вот вверх, да. не вниз льем. Да, вниз не льем, но она просто сасарха, имеется в виду, она разбрызгивается, все равно падает вниз. И при панении оно считается, что она закрывает негативные. И поэтому мы выходим из дуганов. Газа гарат, газа гараха – это выйти на улицу. И газа гарат сыржиме даже ургоп. Ургоп или сасап, ну, такой, он разбрызгивает на, ну, в общем, направлении 10 сторон, и тем самым он ограждается от вреда, который может прийти с 10 сторон, тем самым он вокруг себя
ну, как бы разбрызгивает. Хундата телехаракша тауланда хамбаламын турушын хурен тухе мунодыр хурхымне. Вені жылы сентябрин ғошында Раси гүріне Буддың шажынтыны байдалды ехін улуыты ұшыр болу. Юбғықыды бориаторыны хиактың әміғе хилғынтығығын ғазыртты базар садың ордың негде. Тос хорин дымыйды бүші шылыгде. Индыл аяр холың менгі долонзың ғошын ғырғынғанды ламы Дамбадыр Жазаяев балдың бұрайбындасың негін бәға. Орыт гүріне хан тіді уйыды Расим Буддын шажынтыне талғайлық шыты болғықты, үні дасыне хамбаламын хүренгі жы томилу. Харин хоридахи зун жылы ехер байғалин үрхіхе дулдыйды жы, санартын дасыне ондо хориды авашы жы байғула. Тет муно болот үнің ғазыртын базар садың ордын бады жы, олын тоты хүзікші дейі ұқтыны. Инді ері жы мұргы жы муно нәшке орды шенаханы алду нүхі бірі үнду ябыдыл зағы арғытты болу. Байрла, добрый вакша. Дорогие друзья, мы сегодня узнали, какие дуганы по ходу гору мы встречаем в Валгинском Дасане, какие там проводятся хурал, каким божествам они посвящены. И думаю, что эта информация будет вам полезной. Дахинул Затра, Байрте.